Всем привет! Сегодня у меня небольшой обзорчик маленькой посылочки от торговой марки Danslegend. Это у меня призмочка, вот такой гель-лак, номер LE31. Вот такой гель-лак розовый, напоминает цвет Барби, номер 060. И такой вот нежно-шоколадный оттеночек, номер 015. И заказала себе второй топ без липкого слоя, так как расход очень большой у финишных покрытий. И вот заказала второй. И вот такие три пигментика. Тут у меня пигмент «Миражик», очень популярный, красивый. Вот такой. Такой жемчужный, белый жемчужный. И такой вот тоже жемчужный, но с золотым отливом. Вот такие гель-лаки, пигментики. И сейчас я вам покажу, как они выглядят на палитре. Итак, начнем. Нашу выкраску. Беру свой гель, помощник мой, черный. Это фирма Кага. И нанесу его сейчас на палитрочку. Это у нас будет как подложечка под данный мираж. Наношу небольшое количество геля на палитру. И в лампу на просушку. Просол гель. Берем топ без липкого слоя фирмы Danslegend и наносим. Сушим в моей лампе гибрид данный гель, и топ просыхает за 30 секунд. Топ просох. И пока он в горячем состоянии, начнем втирать пигмент. У меня это спонжик, можно пальчиком, кому как удобнее. И наносим. Вот такой вот обалденный эффект получается. Сейчас мы смахнем лишнее. Вот такой обалденный эффект. Миражик. Просто вау-вау-вау. Ну и рассмотрим гель-лаки. Это вот у меня такой вот миражик. Беленький, номер LE31. Вот как раз мы их и сравним. Миражик пигмент и миражик гель-лак. Сейчас мы нанесем. Вот такой он в один слой. Сейчас мы его просушим и нанесем второй. Просох наш первый слой, наносим второй. Становится уже более насыщенный, более плотный. Начинает искрить, играть всеми цветами. Вот то, что получилось. Сушим. Просох наш второй слой. И покроем финишем. Покрываю я на типсе. А если вы делаете на ноготочках, то нужно, конечно, если вы используете пигмент миражик, нужно пройтись бафиком по торцам и по свободному краю. Немножечко слегка, чтобы не повредить, конечно. А только потом нужно покрыть базой и на базу уже финишем, чтобы данный пигмент лучше носился. Но так как у нас это типса, я просто вам показываю, поэтому я этого делать не буду. А просто покрою топом и в лампу. Наши типсики просохли. Вот такой замечательный эффект получился. Очень красиво. Вот то, что получилось. Ну, данные пигменты я уж показывать не буду. Это просто можно наносить этот пигмент на любую другую подложку. Либо это у вас белая будет подложечка, либо розовая. Ну, неважно какого цвета. Просто втираете в липкий слой. И получается такой жемчужный оттеночек. Это более такой с золотым эффектом. А это более такой нежный жемчужный цвет. Ну, а подложечку вы уж выберете сами, какая вам будет нужна. Вот. Сейчас я покажу
вот эти два гель-лака, как они смотрятся на палитрочке. Это вам уже знакомая палитрочка из прошлых видео. И сейчас будем наносить гель-лак под номером 015. Нанесем данный гель-лак. Гель-лак нежно-шоколадного оттенка. Нанесли первый слой и в лампу на 30 секунд. Просох первый слой, наносим второй, дабы исправить все косячки, все неровности, все то, что нам не нужно. Все скрываем. Нанесли второй слой, убираем в лампу. Просох наш второй слой, убираем данный гель-лак в стороночку. И будем смотреть гель-лак номер 060. Сейчас мы его посмотрим. Нежно-розового цвета. Цвет Барби. Наносите гель-лаки хорошо. Кисть удобная, хорошая. Распределяет материал хорошо. Вот так выглядит один слой. Убираем лампу. Так, первый слой у нас высох. Наносим второй. Нанесли второй слой. Сушим в лампе. Просох наш второй слой. Нам нужно, конечно же, закрепить. Наносим топ. Убираем в лампу на просушку. Просох наш топ. И вот так у нас получилось. Данные два цвета. Это 0,15 и 0,60. Данные торговой марки Dans Leggings. И вот такие вот два цвета. Это призмочка и пигментик миражик. Вот такая красотища. Всем, кто смотрел мое видео, большое спасибо. Данные гель-лаки мне понравились. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока-пока.